Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня снова пришла опылять арбуз и один за другим постараюсь осветить все вопросы, которые вас интересуют. Арбузы вырастить хотят многие, но, как бы сказать, не знают даже, как к ним подступиться и что с ними делать. И вот на наиболее часто задаваемые вопросы я сейчас постараюсь ответить. Один из вопросов, который интересует многих, как узнать, опылился ли цветок, удачно ли прошло опыление? В прошлом видеоролике, в предыдущем, я показывала, как я опыляю цветок арбуза. Вот сейчас у меня появился еще один цветок, вчера он расцвел первый день, сегодня у него второй день жизни. Я пришла его снова опылить. Я его уже опылила. У нас сегодня тема видеоурока не про опыление, а про то, как именно узнать результат опыления. Вот смотрите, я его опылила, он живет всего 2 дня. Он сейчас отцветет, и если он опылился, я уже это говорила, он сразу в этот же день, как только запустится вот этот цветок желтенький, он начнет увеличиваться в росте. Можно наблюдать визуально, но у меня для этого... Ну, просто самодельно нарисованная вот такая карточка. Многие вчера видели эту фотографию и удивляются, что это за каракули. Вот смотрите, я подставляю карточку. Видно, что мой арбузик размером примерно вот... Есть там маленький кружок, слабо нарисовано. Есть жирно нарисовано средний кружок и большой. Маленький кружок это такой, когда если арбуз не опылится и засохнет, он будет вот таким. Большой круг это если он опылится, вырастет до такого размера. Сейчас у меня арбуз во время опыления диаметром вот в средний круг. Если вы вот так посмотрите, вы увидите, что он не больше вот этого кружка, весь арбузик. И, как я уже повторяла, сразу же на следующий день арбуз начинает увеличиваться в росте. Сейчас я вам наглядно покажу, как это происходит. Вот буквально прошло 2-3 дня после опыления моего того первого арбуза. И сейчас, если я подставлю вот эту карточку, даже уже невооруженным глазом видно, что он уже превзошел ее размеры, он разросся. Все, он закрыл всю эту карточку и средний, и большой круг. Это значит... что опыление одного арбуза, который я самую первую очередь опылила, прошло у меня удачно. Удачно у меня прошло. Вот это будет мой самый первый арбузик. С момента опыления, я могу считать, 40-50 дней будет готовый, взрослый, спелый арбуз. Вот этот арбуз, я уже теперь точно знаю, что вызреет, потому что лето только первый месяц кончился. Сегодня 1 июля. В середине августа он уже будет готов. У нас еще в это время будет тепло. Ему ничего не помешает, ни заморозки, ни что. Сейчас покажу, как выглядит этот арбуз, который я не опыляла. Вот, пожалуйста, есть тут у нас еще цветочек, который без моего ведома отцвел. Видите, все ясно. Он пошел на убывание. Значит, это будет не арбуз, это уже как... Он сейчас засохнет, отпадет. Его можно обрезать, чтобы не тратило растение на него зря время. Все. Вот я для себя, это я придумала сама такой способ определения, чтобы точно уже, потому что глазам своим не верю, как говорится. Мне вроде кажется, что он увеличивается. А вдруг это обман, как желаемое за действительно принимаю. Для этого я нарисовала эту карточку примитивно так от руки. Но вот